В Мурманске выбрали учителя города 2019. За победу в конкурсе боролись 32 педагога. Однако, несмотря на большую конкуренцию, лучшим из лучших стал только один. Конкурс «Учитель города» проводился по двум номинациям. Педагогический поиск, в котором участвовали 19 преподавателей, и педагогический дебют с 13 участниками. В программе соревнований были не только учебные занятия, но и творческие состязания, импровизированные родительские собрания и дискуссии. Что еще важно, это, конечно, вот совсем молодой возраст, потому что в одном из конкурсов в дебюте у нас средний возраст 25 лет. Во втором конкурсе всего 32 года. Это тоже очень молодые люди. И вот они готовы к такому соревнованию. А самые главные победители в таком соревновании – это, конечно, наши дети. Это безусловно. И мы вот результат этой победы мы видим каждый год. Результаты и успехи наших учеников, наших педагогов, они выше всяческих похвал. Ряд школ лучше в России, детские сады лучше в России. Успешное участие наших ребят в различных конкурсах всероссийских, международных. Поэтому я хочу пожелать дорогим, любимым, уважаемым педагогам успехов в работе, талантливых учеников, понимания родителей. Конечно, каждый учитель, который участвовал в конкурсе, мечтал победить. Но для большинства это не главная цель. Я очень довольна своим участием в конкурсе. Во-первых, это вдохновение для дальнейшего пути в профессии. Во-вторых, это новые знакомства, новый опыт. Очень много я для себя нового узнала. Достойные конкуренты. Ну, мне очень все понравилось, да. Опыт, эмоции и как бы все-таки какая-то может быть премия. То есть это все-таки тоже стимулирует очень хорошо. Финал конкурса «Учитель города 2019» и награждение состоялось в ДК имени Кирова. Для учителей был подготовлен праздничный концерт с выступлениями мурманских детских коллективов. По итогам конкурса все участники были награждены дипломами. Лучшие из них получили премии в размере 100 тысяч рублей. Ну а звание «Учитель города 2019» завоевал Вячеслав Пославский. Победитель получает памятный приз, диплом и денежные премии в размере 200 тысяч рублей. Молодой учитель истории и обществознания не в первый раз участвует в конкурсе и не в первый раз побеждает в нем. В этом году Вячеслав демонстрировал открытый урок, посвященный Первой мировой войне. Покорил членов жюри своим методом работы и искренностью. По словам педагога, несмотря на радость победы, желание пока только одно. Спать, много-много спать. Безусловно, мы с коллегами соберемся на праздник, будем отмечать все вместе, друг друга поздравлять, само собой разумеется. Символично, что Вячеслав получил награду в День учителя.